входит в этот блок. Я против аннулирования. Не надо делать вид, что мы не ожидали, что в Республике Молдова появится антиевропейские движения, либо евроскептицизм. Исходя из того, что очень много говорилось о Европейском Союзе, и было очень много людей, которые бы придерживали это мнение, но результатов не было, естественно, как натуральная реакция появилась, и очень много сейчас евросцептиков. Игорь Дадон президент, он глава государства. Глава государства, который победил на всенародных выборах. Глава государства, которое поддержало большинство граждан нашей республики, то есть поддержало его программу. И то, что высказывал Игорь Дадон в Брюсселе, это не желание гражданина Игоря Дадона, это не его, ну вот какое-то личное видение. А это программа, за которую проголосовало большинство народа. Борис Шаповалов a declarat că acordul de asociere cu UE a suferit un eșec total și este benefic în primul rând Uniunii Europene. Este foarte important a se înțelege că pentru prima dată pe arena politică a Moldovei a apărut un om căruia nu îi este frică să apere interesele Moldovei. Într-o astfel de situație, de moment ce oamenii au votat pentru Igor Dodon, prin urmare, guvernul și parlamentul ar trebui cel puțin să asculte de șeful statului, deoarece el reprezintă expresia voiei. В Болгарии на президентских выборах победил представитель социалистической партии. На второй день проигравшая сторона в лице премьер-министра выходит и заявляет: «Я подаю в отставку, и со мной подает в отставку правительство, и назначаются досрочные парламентские выборы». Проиграли, товарищи, все. Курс другой, изменился. Вот это демократия. Это нормальная демократическая практика. Наши же, которые за 7 лет ничего в этой стране не сделали, которые выгнали 1 миллион наших граждан за границу, липкими своими ручонками держатся за кресло. Orice forțe politice ar trebui în primul rând să acționeze spre binele poporului. Experții au căzut de acord că noțiunea de euroscepticism nu apare din senin. Vectorul occidental s-a dovedit a fi nimic mai mult decât o iluzie, iar alegerea unui alt curs este una necesară. În cazul în care guvernul și parlamentul nu sunt de acord cu opinia poporului, atunci, potrivit experților, este necesară organizarea alegerilor parlamentare anticipate.